Цены на социально значимые товары на постоянном контроле у правительства Чувашии. Обстановку на продовольственном рынке республики обсудили сегодня в Доме правительства. За 11 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого в республике увеличилось производство овощных консервов, мяса, минеральной воды, крупы и муки. Увеличили выработку продукции. Это на 26%. 26% был такой. Пшеничную муку 25%, ржаную муку 42% увеличили, производство крупы также увеличено на 12%. Но если посмотреть реализацию, она тоже увеличивается. По предварительным итогам, реализация муки за 2014 год составила 75,5 тысяч тонн. Это на 32% больше уровня прошлого года. Правда, и цены на нее тоже выросли, хотя и не сильно. По состоянию на 22 декабря отмечен рост цен на пшеницу фуражную на 2,4%, муку пшеничную на 12,9%. Сейчас говорить окончательно, что цена на зерно, конечно, не поднимется, это сложно, но вот этот подъем цены, конечно, в дальнейшем можно прогнозировать рост цен на мясо кур и мясо птицы, потому что 70% затрат в производстве этой продукции как раз находится зерно. Несмотря на рост цен на некоторые продукты питания, в ассортименте магазинов по-прежнему остаются аналогичные товары по недорогим ценам, отметила заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.